Большая часть обломков российского космического грузовика «Прогресс» сгорела в атмосфере над Тувой. «Прогресс» должен был доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов, в том числе продукты к Новому году. Но через 6 минут после старта была потеряна телеметрия. Российские информагентства сообщают о нарушениях в работе третьей ступени. Речь может идти о досрочном выключении двигателей или даже о взрыве. В Роскосмосе подчеркивают, что потеря корабля не скажется на работе МКС.